Добро пожаловать на канал HardRZ.info. Сейчас я вам покажу, как на устройство Asus ZenFone проверить серийный номер и номер email. Итак, вначале открываем приложение вызова и вписываем звездочка решетка. И после того, как мы это вписали, пишем 06. И решетка. Итак, мы увидим номер 1 имей и номер 2 имей. Если мы хотим увидеть свой номер серийный, мы открываем приложение настройки, спускаемся в самый низ и нажимаем система. Здесь нажимаем о телефоне. И здесь, когда мы выберем сведения ОПО, здесь мы видим номер сборки. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. До свидания.